Третий день в Дуфу проходят боксерские бои за первенство в международных играх «Дети Приморья». Сегодня соперники встретились в финале после нескольких дней борьбы. Спортсмены готовились к этому долго. Уровень высокий у всех участников. Соревнования прошли, конечно, очень в таком напряженном, таком очень хорошие бои. Все подготовленные. И ребята из ЛНР и ДНР пришли, приехали. И белорусы очень хорошие. Это молодцы ребята. И наши ребята готовые, молодцы тоже. Все хорошо боксируют. Участники из соседних стран показали высокий уровень мастерства. Хао Шуай занял первое место в своей категории. Приехал из Китая не только, чтобы доказать свою силу, но и чтобы встретиться с русскими спортсменами. Очень люблю этот вид спорта. Я приехал сюда встретиться с новыми друзьями-иностранцами. И я очень этому рад. Бои были очень сложные, потому что соперники сильные. Но я рад, что приехал сюда. Победил и вышел в ринг с другими спортсменами. Приморские боксеры тоже не отстают. Отвоевывают лидирующие позиции. В своей категории первое место занял Евгений. Он приехал из Дуная, небольшого населенного пункта Фокинского округа. Но сразу доказал всем, что в ринге готов бороться наравне со спортсменами из крупных городов. Мой любимый вид спорта – это бокс. Сегодня я выиграл эти соревнования, я очень счастлив. Я готовился к ним. Готовился все почти лето, половину вот этого лета. И спасибо моему тренеру Геннадию Алексеевичу, что он меня тренировал. И спасибо моей маме. Его тренер воспитал уже не одного спортсмена высокого класса. Еще одному участнику турнира Оскару повезло вдвойне. Его отец является одновременно и его тренером по боксу. Для семьи Устюжаниных это семейный спорт. Боксом занимаются два сына, которых обучает глава семейства. С трибун за родными следит мама. Переживает, но верит в победу своей семьи. Ну, конечно, переживаю всегда, ну, болею, но я считаю, что мужчина должен, ну, заниматься боксом, чтобы уметь защитить женщину свою или там вообще. Ну, как бы мужчина – это мужской вид спорта. В ринг выходят не только мужчины, но и девушки. Каждая бьется в своем стиле, двигаются быстро, ловко, уверенно. И так забирают победу. Василиса впервые приехала на соревнования такого масштаба и сразу завоевала золото. Финальный бой провела соперница из Белоруссии. Мне очень понравилась техника моей соперницы, потому что с такими техничными девочками, как она, у меня было мало боев. Мне очень приятно учиться на таких достойных и сильных соперницах. Даже то, что несмотря на то, что она проиграла, для меня она все равно, я благодарю ее за то, что она подарила мне такой опыт. Спортсменов, занявших первые места, наградил медалями губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Он поздравил юных боксеров с победой и пожелал успехов на спортивной арене.